Здравствуйте, уважаемые подписчики и все те, кто впервые зашел на мой канал. Сегодня я снимаю видео о предстоящих недельных скидках на бренды недели, а также на категории недели. На предстоящую неделю, начиная с сегодняшнего дня, со среды, до следующей среды будет действовать следующие скидки. 20% скидка на витамин D3. Следите, пожалуйста, за мышкой. На любой витамин D3, который можно купить на Эхер. А также антисептический набор для рук за 2 доллара. В состав набора входят перчатки и 2 санитайзера. Также продолжает действовать акции на пробники, где скидки достигают 90% стоимости. Скидки до 90%. Здесь ассортимент товаров практически тот, что и был. Добавляются иногда некоторые товары. Вот, например, витамины для мужчин есть на скидках до 50%. К сожалению, для женщин таких витаминов нет. Видимо, женщины покупают себе витамины без скидок, в отличие от мужчин. Следующая акция – это раздел суперакций. И здесь также большой ассортимент товаров, всего 1687 товаров, супервыгодных предложений. Но в данное время, когда начался сезон вирусных инфекций, больше всего обычно интересует раздел «Иммунная система». Открываю этот раздел и видим, то здесь в основном витамины, бузина, пробиотики, также есть энзимы. Их очень советовала врач, диетолог, нутрициолог. Это противовирусные витамины от Enzym Medica, очень хороший бренд. Данный бренд также очень хвалила американский нутрициолог. Я собираюсь снять видео о американском докторе натуропатии, которая делала анализ добавок на Эхерб и рассказывала о своем видении добавок, о своем видении лучших брендов, которые стоит покупать на Эхерб. В ближайшем будущем собираюсь снимать такое видео, если оно у меня выйдет по техническим причинам. Надеюсь, что получится. И врач как раз советовал нутрициологу вот такую добавку, как добавка для уничтожения, энзимы для уничтожения вируса. Вот прежнее название ViraStop, двойного действия, 2 умножить. Прежнее название добавки. Данная добавка растворяет ферменты, оболочку вирусов и таким образом их разрушает. Здесь можно подробнее почитать об этой добавке, но суть я вам сказала. Ну вот мы видим, что эпикор детский также есть здесь, всего за 2,8 доллара. От Garden of Life есть масло орегано, орегонол. Эхиномид тоже очень хорошая добавка с эхиноцеей. И еще на второй странице супервыгодных предложений. Также витамин D3, пробиотик, орегонол. Королевское сметанное яблоко, тоже растительная добавка для иммунитета. Также грибочки, грибы. И врач, я вам рассказывала, советует грибы. Насколько я помню, это был кардицепс. Ну и многие другие тоже грибы помогают для
укрепление иммунитета. Также посмотрим, какие нам предлагают витамины в супервыгодных предложениях. Липосомальный витамин С и поливитамины, также очень хорошие. Вы можете обратиться к видео в разделе «Интересные и полезные видео». Там есть рейтинг от врача-нутрициолога, диетолога, рейтинг витаминов. И среди всех витаминов довольно-таки хорошие, или третье, или четвертое место названы вот такие витамины, которые сейчас идут по скидкам. И вот еще одни знакомые витамины. Они, по-моему, на втором месте после витаминов других. Сейчас быстро не вспомню бренд. И вот вижу их по суперскидкам. Но цена все равно достаточно высокая. 36,68 доллара. Первоначальная цена 45 долларов. Вот это все из раздела витаминов. В разделе пробников мы можем вернуться и посмотреть, какие же нам предлагают витамины в сезон простуд. Здесь всего 5 наименований. Среди них вижу уже витамин С в дозировке 1 грамм. И что-то есть для иммунной системы. К сожалению, компьютер висит, и мы тогда идем дальше. Переходим к брендам недели. Это МРМ, Парадис, Смарти Панс, Джованни, Джонсон и Джонсон, Инстанатурал, Неурогена, Vega, American Health, Advanced Orthomolecular Research, Zahler и Zolli Candy. Данный бренд Advanced Orthomolecular Research, или сокращенно AOR, это добавки фармацевтического качества. Вся продукция этого бренда выполнена по стандарту GMP. Это высочайшее качество. Сейчас я вам хочу назвать несколько продуктов, несколько добавок, которые рекомендует фармацевт с 20-летним стажем. Одна из них — это сияние бакопы 60 вегетарианских капсул на 2 месяца приема. Данная добавка часто используется в аюрведической медицине, традиционно применяется при тревожности, депрессии, снижении обучаемости. Употреблять эту траву надо с жирами. В таком виде она лучше усваивается. Также этого бренда нам фармацевт рекомендует витамин К2. Витамин К является базовым витамином. Он обеспечивает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и кости, регулирует свертываемость крови. Он снижает кальцификацию и жесткость артерий, а это, в свою очередь, снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин К является жирорастворимым, поэтому его следует употреблять с пищей, содержащей жиры, или с капсулой, содержащей жирные кислоты, например, с омегой. Также он хорошо сочетается с витамином D, увеличивая плотность костной ткани. В форме МК4. Следующий бренд — это American Health. Скидка 10%. В основном представлен, это очень известный бренд, представлен линейкой широкой витаминов СТРЦ. Стоит отметить СТРЦ с биофлавоноидами. И их удобно делить пополам. Такие вот
с биофлавоноидами различное количество капсул, а также есть в виде таблеток. Еще следует отметить масло примулы вечерней. Вот масло примулы вечерней или масло первоцвета вечернего. Здесь в упаковке 2 флакона по 60 мягких таблеток. Если у вас есть проблемы с циклом менструальным и вы хотите устранить признаки ПМС, это тянущие боли в животе, боли в пояснице, раздражительность, нервная возбудимость, беспричинная депрессия или улучшить самочувствие в климактерическом периоде, то стоит обратить внимание на масло примулы вечерней. Второе название его – это масло анатеры. Данное масло полезно благодаря наличию гамма-линолевой кислоты, несинтезируемой в организме человека. Ее мы можем получить только из продуктов. Оно популярно среди женщин всех возрастов, но традиционно используется в качестве пищевой добавки для поддержки в период ПМС. Обусловлено это тем, что оно способно повышать синтез гормонов, эстрогенов и прогестерона. Но хочу обратить внимание, что если ваш цикл регулярный, то лучше не принимать это масло, так как оно влияет на гормональный фон. По результатам клинических исследований, примула помогает избавиться от циклической боли в груди, от ностальгии, возникающей у некоторых женщин. Используется она, когда требуется откорректировать цикл, и масло прекрасно с этим справляется. Принимать нужно по 2 раза в день, по 1 капсуле во время еды, до тех пор, пока цикл не станет регулярным. Этот вариант данного масла один из самых выгодных на iHerb. В коробке, как я говорила, 2 баночки по 120 капсул. Если принимать по 2 капсулы в день, то хватает упаковки на 2 месяца. Следующий бренд с 10% скидкой на неделю – это Джованни. Здесь находятся шампуни, также уход за волосами и кожей головы, очищающие средства для лица, кондиционеры, масла для лица, скрабы, средства для укладки волос, сыворотка с витамином С, антибактериальные средства и другие добавки. Вот такую добавочку, восстанавливающую масляную сыворотку для волос, берет регулярно моя дочь и очень ей довольна. Также у меня есть обзор, где я рассказываю об этой сыворотке. У нее прекрасный внешний вид, и она, дочь, пользуется ею для секущихся кончиков волос данным маслом. Следующий скидочный бренд до следующей среды – это Johnson & Johnson. Это также косметический бренд. Скидка будет действовать до следующей среды, до 14 октября. И здесь в основном шампуни, которые мы брали для своего ребенка, разнообразные пробовали. И они все мягкие и хорошие. Также есть здесь детские лосьоны есть. Средства для купания, кондиционеры, пена для ванн для малышей и мыло для тела и рук. Вот такое мыло, детское мыло. Скидка будет действовать до следующей среды, 10%. Следующий бренд, мой любимый бренд, и это MRM. Это довольно-таки известный бренд, один из любимых нутрицептических брендов, и не только спортивных. Врач, нутрициолог, диетолог, врач клинической диагностики советует обратить внимание на следующие добавки от этого бренда. Она отмечает ацетилкарнитин. Сразу же мы будем видеть. Вот, я не буду открывать каждую добавку отдельно, а покажу
на общей странице. Вот этот ацетилкарнитин стоимостью 7,2 доллара. Также антиоксидантный коктейль из ресвератрола, полифенолов красного вина и проантацидов виноградной косточки. Вот ресвератрол. Здесь также входит, как я говорила, полифенолы красного вина и проантацидины виноградной косточки. Также я беру такой ресвератрол, если не беру жидкий. Также хондропротекторы, глюкозамин, хондроитин и МСМ. Также врач рекомендует обратить внимание на эту добавочку. Кверцетин я заказала себе, когда была скидка, приуроченная к 24-й годовщине iHerb. Вот кверцетин, 60 капсул. Я заказала себе такую добавку, как сильный антиоксидант. Аллергии, к счастью, у меня нет. Я заказала как антиоксидант. Я снимаю видео, сняла уже. И в скором будущем я на канале его размещу. Также врач рекомендует обратить на очень хороший комплекс с полным спектром витаминов группы Е. Вот он. Питание комплекс с витамином Е. Это комплекс с полным спектром токоферолов и токотриенолов, плюс жирорастворимый витамин С, липоевая кислота и немножечко убихинона, то есть коэнзима Q10. Вот такой хороший комплекс. Следующий бренд. Скидочный. 10% скидка до 14 октября. На Неутрогенна. Бренд Неутрогенна тоже бренд ухода. Это увлажняющее средство для тела, для лица, масла для тела и массажа, шампуни, очищающее средство для лица, гели для тела и душа, кондиционер, масло для лица, тоники, крем для рук, маски против акне и пятен. Вот такой бренд. Следующий бренд, также мой любимый бренд, это Парадис. Я беру витамины этого бренда. Кроме того, я беру такой же, ну, правда, меньшего объема. Вот этот я брала по скидкам. Когда действую в честь 24-й годовщины iHerb, вот такой зелик. RAD Energy. Это все зеленые продукты с очень богатым составом. Сейчас я быстренько вам покажу, какой здесь огромный состав. Сколько разнообразной зелени. Целый огромный список. Не хочу тратить время на перечисление всех ингредиентов и витамины, поливитамины от этого бренда. Стоимость их на 30 дней употребления около 9 долларов, меньше 9 долларов. И на 2 месяца приблизительно в 2 раза больше. Берберин я беру этого производителя. Меньшую, конечно, упаковку, 60 капсул беру периодически. И тоже употребляю вот такой берберин беру. Также здесь есть цинк хороший, коллаген брала моя дочь. Очень хороший бренд, мне очень нравится. Цены невысокие. Вот, но нравятся составы. Следующий скидочный бренд это Smarty Pants. Это витамины разнообразные, пробиотики и добавки для здоровья детей и взрослых. Детские мультивитамины, женские и мужские мультивитамины, пробиотики, препараты для беременных, пренатальные препараты и мультиминеральные препараты. То есть здесь есть микроэлементы, минеральный комплекс для взрослых. Цены, конечно, не низкие, но они очень вкусные,
и дети с удовольствием едят. Кстати, в состав детских мультивитаминов, например, таких, входят также и омега-3. Это я нашла один детский только мультивитаминный комплекс, в который входит, кроме мультивитаминов и минералов, также еще и омега-3. Аналогично и для взрослых. Но все мультивитамины эти изготовлены в виде конфет, в виде жевательных конфеток. Следующий бренд недели – это Вега. Это спортивный бренд, гидратация, электролиты, мака, стимуляторы, растительные смеси, аллергенит, белковые батончики, кофеин и даже горох. Скидка 10%. Предпоследний бренд – это Захлер. Тоже довольно известный бренд, бренд с интересными формулами. Здесь стоит отметить железо, вот такое. Это биодоступное железо с кофакторами кроветворения. Врач, диетолог, нутрициолог советует обратить внимание на такое железо от этого производителя. Данный комплекс содержит железо в лучшей биодоступной форме, а также необходимый для его усвоения витамин С и факторы кроветворения, витамин В12 и фолиевую кислоту. Для женщин этот микроэлемент очень важен, и суточная потребность в нем составляет 18 мг, для мужчин достаточно 10 мг железа. За одну менструацию женщина теряет примерно до 80 мл крови, а при обильных длительных месячных еще больше. Вместе с кровью уходит и железо. Если не пополнять запасы железа из продуктов питания, то мы получим железодефицитную анемию. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим заболеванием страдает около 600 миллионов человек во всем мире. А у 30% женщин детородного возраста наблюдается скрытый дефицит железа. В повышенном потреблении железа нуждаются беременные, женщины на грудном вскармливании, дети в период роста и полового созревания. При дефиците железа теряется красота, кожа становится сухой, ногти расслаиваются, становятся истощенными и исчерченными. Выпадают волосы и замедляется их рост. В уголках рта могут появиться болезненные зайды. Вот такой комплекс. Также здесь есть комплекс женских трав с примулой вечерней у этого бренда и усовершенствованный состав для здоровья активных детей. К сожалению, я быстро вам не смогу найти. Вот Kid Active. Нашла Kid Active. Это комплекс для здоровья детей. Витаминов группы В. Основных минералов. Кальция, магния, цинка. А также 4 важных ингредиентов для поддержки мозговой функции детей, улучшающих память и внимание. Данная добавка не содержит сахара. На 30 приемов 192 грамма. Фруктовый пунш. А также есть здесь женские травы во главе с примулой вечерней, которая помогает поддерживать здоровый уровень прогестерона и эстрогена, обеспечивая периодичность месячных. На этот бренд может действовать еще скидка 20% по промокоду. Вот женское здоровье. Нашла я все-таки быстро Извините.
что-то это немножечко не то. И последний бренд — это Золи Попс. Это леденцы. Разнообразные леденцы для деток со скидкой 10%. На сегодня это вся информация. В следующем видео я сниму все акции, которые идут под скрытой скидкой. А также совместное предложение. До свидания, будьте здоровы!